Всем привет, друзья! Рада вас приветствовать на канале Холи Лоли. И сегодня мы обсудим с вами достаточно интересную тему, которая точно вас удивит. Потому что мы поговорим с вами о строгих правилах Японии и запретах, которых нет в наших странах. Ну или, по крайней мере, они не такие жесткие, как здесь. Вы узнаете, почему японцам очень сложно здесь купить машину, с какими трудностями сталкиваются здесь местные жители, когда они покупают себе велосипед, а также узнаете, почему все иностранцы, можно сказать, плачут и берутся за голову, когда начинают себе арендовать квартиру, а также почему здесь, в Японии, могут посадить в тюрьму на 10 лет из-за обычного алкоголя. Ну что, поехали! Вы думаете, где туалет и кухня? Для этого, внимание, нужно одеться. Смотрите, она выходит, обходит здание с другой стороны. Японцу перед покупкой личного автомобиля придется доказать, что он в состоянии им пользоваться. Японочка, смотрите, она зашла, она открывает дверь и практически, можно сказать, выбиваем стену. И зал, рабочий кабинет, а второй этаж, посмотрите, она вот сидит, она японка, она низенькая. В Японии высокие зарплаты и очень хорошие автомобили. И кажется, что многие жители могут себе купить машину, которую только захотят. Но на деле не все так просто. К примеру, большинство из нас перед покупкой машины отталкивается от той суммы, на которую можно рассчитывать, чтобы купить себе автомобиль, который ты хочешь. То есть, к примеру, у вас там есть 10, 15, 20 тысяч долларов, и вы собрались купить машину. И вы вот, исходя из этого бюджета, рассчитываете, какой автомобиль вы можете себе приобрести. Это логично. Но только не в Японии. В Японии работает немножечко по-другому. В Японии нельзя просто взять, скопить денег и купить себе ту машину, которую ты хочешь. Японцу перед покупкой личного автомобиля придется доказать, что он в состоянии им пользоваться, не причиняя неудобств окружающим. Поэтому одно из основных требований – это наличие собственного парковочного места, которое должно находиться в радиусе не более 2 километров от собственного дома. Важно не только наличие парковочного места, но и его размер, потому что вы подаете в полицию чертеж вашего парковочного места и конкретный запрос, что вот я хочу себе купить такую вот марку машины и такую вот модель. И они смотрят в полиции соответствие вашего парковочного места и той машины, которую вы хотите приобрести. И они вам дают разрешение на покупку данной машины. Поэтому вам нужно заблаговременно знать ту машину, которую вы хотите купить, потому что конкретно под нее вы подаете запрос. И только когда вам его одобрили, вот этот бланк, документ вы берете, и, собственно, с ней можете идти и выбирать конкретную марку и модель, которую вам разрешили. Потому что, к примеру, вы захотели купить какой-то большой внедорожник, а ваше парковочное место для этого оказалось маленьким, даже на пол сантиметра, то вам попросту не разрешат такую машину приобретать, и вам придется ваши запросики, так сказать, откорректировать и выбрать машину какую-то поменьше. Поэтому в Японии машины выбирают именно не в соответствии с какими-то личными предпочтениями, а в соответствии с вашим парковочным местом. То есть вы купили, к примеру, парковку недалеко где-то от дома, и она была там слишком маленькая. Значит, вы можете рассчитывать на покупку машины, которая тоже маленького размера. Потому что затем полицейские еще придут и обязательно померяют эту парковку, насколько она соответствует. И если даже, не знаю, там пол сантиметра не соответствует, вам не разрешат. Вам придется потом заново брать разрешение, или если вы даже передумали, я хочу там другую модель, другую марку, вы приходите и заново получаете разрешение от полиции на покупку конкретного автомобиля. Японцы относятся к этому абсолютно спокойно, потому что в их культуре принято всегда думать о комфорте окружающих. Поэтому для них покупка или аренда парковочного места еще до того, как вы приобрели автомобиль, считается абсолютно правильным и гуманным решением. Но уже на этом этапе появляются проблемы, потому что вот конкретно Токио, например, очень застроенный город, и здесь практически нет никакого свободного пространства. И вот любое место, которое свободно от домов, от дорог, оно сразу же превращается в парковку, даже если туда влезет всего там 2-3 машины. Если вы приехали кому-то в гости и увидели, что под домом есть свободное парковочное место, то я вам не советую его занимать, потому что, ну, просто с большой вероятностью оно чье-то, и просто владелец сейчас уехал, не знаю, куда-то по делам, а это место вы займете всего на несколько часов, и потом за это может прилететь просто огромный штраф. В этом плане в Японии, конечно, удобнее жить в своем частном доме, потому что в таком случае японцы заботятся, чтобы в планировку уходило хотя бы там одно или
или два парковочных места, чтобы даже если к вам приедут в гости, им было где поставить машину на время вот совместного времяпрепровождения. Как по мне, те, кто живут в Токио, вообще не обязаны покупать машину, потому что здесь настолько удобная, комфортная транспортная развязка, и вообще я просто обожаю японское метро, я на нем готова ездить куда угодно, очень быстро, чисто, комфортно, знаете, такая вот реклама. Вообще, на самом деле, машины то нет здесь, ну, там, у каждого, да, но велик, велосипед, наверное, здесь имеет каждый второй житель Токио, потому что это очень удобный, экологичный и быстрый вид транспорта, а еще, к тому же, бесплатный. Видишь часто офисных сотрудников, просто домохозяек, мам с детьми и дедушек, бабушек, которые тоже активно занимаются спортом. Знаете, говорят, там, Амстердам, столица велосипедов, наверное, Токио, это, наверное, какая-то вторая столица по велосипедам, потому что они обожают этот вид транспорта. Например, женщины пользуются велосипедами с корзинами для покупок, которые находятся спереди или сзади, чтобы не нужно было это все нести в руках. Также мамы часто используют велосипед для перевозки детей. Там очень удобные, комфортные сиденья. Но как вы думаете, о чем нужно подумать в Японии перед тем, как купить велосипед? Правильно, о парковочном месте. Потому что в Токио, например, очень много парковочных мест для велосипедов возле многоэтажного дома, в парках, в других общественных местах. И даже есть многоэтажные парковки для велосипедов, и многие из них, конечно же, платные. Велосипед, который вы оставили вне зоны парковки, или еще даже, например, не заплатили за вот это место денежку, могут конфисковать. И чтобы его вернуть, придется, конечно же, оплатить штраф. И не думайте, что, в принципе, любой велосипед можно просто приобрести и поставить у себя возле дома. Иногда просто не бывает свободных парковочных мест, и приходится найти парковку, которая, например, находится где-то в 15 минут ходьбы от вашего дома. Конечно, мега неудобно. То есть ты приобрел себе такое транспортное средство, классное, можешь быстро перемещаться там с одной точки в другую, но тебе постоянно нужно думать о том, где и как правильно припарковать, оставить этот велосипед, чтобы его никуда не увезли на какую-то там штрафстоянку или не выписали штраф. Я тоже видела неоднократно, когда ходят полицейские, вот эти номерные знаки пробивают, выписывают штраф и оставляют владельцу, и ему нужно вот в кратчайший срок оплатить этот штраф. Здесь часто продаются велосипеды уже сразу с замком. Чаще всего это на заднем колесе, то есть ты заднее колесо к раме, в общем, с помощью замочка. И также там можно отдельно руль с рамой объединить, то есть защитить, сидушку защитить тоже к раме. И, в общем, можно много разных видов замочков накупить. Почему? Потому что не только велосипеды воруют, но еще отдельные его части. Поэтому как бы очень странно, потому что здесь все абсолютно можно оставить, не бояться, что люди тебя как-то там обворуют, да, потому что очень и очень все максимально безопасно. Там уходишь, например, в кафешке руки помыть, можешь телефон оставить, сумку, и ты точно знаешь, что вернешься, все будет в целости, сохранности. Я не раз видела, когда, например, там женщины уходят в магазин, оставляют свой велосипед, сумка, вот женщина при мне достала кошелек, взяла оттуда купюру, ну, чтобы расплатиться в магазине, кошелек с денежкой вернула обратно в сумку и пошла делать покупки. А здесь сумка ее отличная, маленькая сумочка, с денежкой она осталась, и как бы, ну, и все знают, что никто ничего не возьмет. Ну, вот для меня такая, знаете, диковинка, почему там никто ничего не берет, а велосипеды воруют, и части какие-то от велосипеда тоже воруют. Вот как бы для меня это такая загадка. Напишите свои вообще предположения в комментариях, с чем может быть это связано. Здесь все велосипеды имеют регистрационный номер, как автомобили, и должны быть зарегистрированы в полиции. В общем, вы, наверное, подумали, как, где, что мне делать, если я, например, купила велосипед в Японии. Все очень просто, потому что в магазине при покупке у вас просят там ваши паспортные данные, имя, фамилию, где вы живете, и сразу продавец в магазине в этот же день внесет ваши данные, на велосипеде в полицейскую базу. Вам же на руки всегда выдают такую небольшую карточку с данными велосипеда, которые вы обязаны хранить, а лучше всегда возить с собой на случай проверки. Регистрация потом также помогает найти велосипед в случае, если его украли. Вы знаете, вот говоря о каких-то там строгих, суровых правилах Японии, и когда, собственно, искала для вас материал, чтобы подготовиться, чтобы было что вам рассказать, чем поделиться, нашла очень-очень интересный такой вот запрет. В Японии существует
запрет на изготовление вообще любого вида алкоголя. Вот как бы и странно, да, с одной стороны, потому что, ну, японцы достаточно такие пьющая нация, скажем так. Ну как, они не то, что там напиваются так, что встать не могут, но они очень часто любят там после работы сходить в бар, провести весело время. Поэтому алкоголь здесь продается везде, он продается круглосуточно. Как бы, естественно, только не продают его несовершеннолетним. То есть здесь совершеннолетие в 21 год, то есть до 21 года не продают. С 21 года уже можно купить. И, кстати, у вас на кассе не спрашивают документов. То есть все рассчитано у японцев на вашу честность. То есть вы должны подтвердить всегда, когда покупаете алкоголь, что вам есть 21 год. Вы нажимаете подтверждение. Вот. Ну, естественно, я думаю, если ребенок, грубо говоря, там 10-12-летний придет, ну, то есть что явно видно, что это ребенок, то ему не продадут алкоголь. А вот если, не знаю, 20 лет, 19, вот мне интересно, продадут или нет. В Америке и в Японии очень сильная пивная культура. Но вот если вы, к примеру, будете изготавливать пиво дома в Америке, то вам за это ничего не будет. Это легально. Но если вы будете изготавливать хоть какой любой вид алкоголя в Японии, то вас могут здесь посадить в тюрьму сроком до 10 лет. Вы представляете, на 10 лет посадить в тюрьму за то, что вы там дома, не знаю, вино какое-то делали, не знаю, как в Советском Союзе самогон. Ну, самогон очень такой запах издает, да, но все равно, если вы дома что-то изготавливали, то либо это 10 лет тюрьмы, либо нужно заплатить огромный штраф, 1 000 000 йен штраф. Вы представляете? Лучше ничего здесь не варить. Это связано с японским законом о налоге на спиртные напитки. То есть без лицензии производить какой-либо вид алкоголя дома запрещено. Категорически вообще нельзя. Почему? Потому что государство не получит налог от того, что вы будете изготавливать дома что-то. А здесь за все, конечно же, нужно платить налоги. Поэтому это в Японии запрещено. Так делать категорически нельзя. Но закон не распространяется на напитки крепкостью менее 1%. Многих иностранцев, которые планируют приехать в Японию или которые уже приехали, поиск и аренда жилья в Японии приводят к серьезному огорчению и такой, знаете, непростой головной боли. Потому что приходится иметь дело с непростой системой бюрократической аренды. И многие даже не знают вообще, что это все очень сложно, даже не знают, с чего начинать. А начинать нужно с того, что иностранцам попросту могут не сдать квартиру. Давайте разберем причины, почему же вам могут не сдать квартиру в Японии. Самый простой способ иметь жилье в Японии для иностранца – это языковая школа. Но тогда, насколько я знаю, нужно жить в студенческом общежитии. А если вы хотите самостоятельно арендовать жилье, то это будет совсем непросто. Перед тем, как подать заявку на долгосрочную аренду квартиры, вам нужно подготовить все документы. А все документы в Японии – это такое, знаете, растяжимое понятие. Почему? Сейчас я объясню. Вот, ну, где-то, наверное, 2 месяца мы ищем новое жилье в Японии, потому что вот та квартира, в которой мы живем, для 5 она прям очень и очень тесная. Мы прям в прямом смысле слова не можем здесь поместиться. Вот даже чтобы обустроить какой-то такой нормальный уголок для съемки, я хотела там какими-то плакатами хотя бы разнообразить свое место рабочее, потому что я в углу всегда на полу снимаю. Это единственное место, где я могу разместиться, потому что здесь места очень-очень мало. И вот мы в поисках квартиры на долгосрочной основе, чтобы снять в Японии. Вы знаете, вот по объявлениям много пересмотрели, вроде бы по планировке нашли, потому что очень непросто найти 4- или 5-комнатную, а нас, напомню, 5 человек, поэтому мы ищем все-таки квартиру, где много-много комнат, и с этим большие трудности. Так вот, мы нашли, по нашему мнению, идеальную квартиру в Японии. Мы попросили нашу переводчицу позвонить и договориться, чтобы мы просмотрели эту квартиру, а затем, я думала, буду собирать вот документы. Так вот, переводчица позвонила туда узнать в агентство о просмотре этой квартиры. Нам просто так не захотели показывать, потому что узнали, что мы иностранцы, и сразу хозяин квартиры задал вопрос: если ваши люди пройдут собеседование на японском языке по телефону, если они абсолютно на все вопросы ответят на японском языке, и как бы у нас с ними сложится диалог, то тогда я разрешу прийти и посмотреть квартиру. То есть даже не снять, а просто прийти посмотреть квартиру. И, естественно, мы собеседование на японском языке мы не пройдем. Знаете, я уже 2 года учу японский язык, да. Я не хожу в языковую школу, я занимаюсь репетитором. Вот с репетитором я общаюсь, выхожу в люди, так сказать, и все мое общение заканчивается, потому что я могу формулировать мысли, какие-то вот простые мысли, простые предложения. Но когда японец начинает очень быстро отвечать, и он отвечает не по книжкам, я это не понимаю. Я теряюсь, я понимаю там с предложения какое-то одно
одно, два слова, начинаю додумывать, что он имел в виду, ну и как бы у нас диалог не складывается. И поэтому, конечно же, я понимаю, что если мне придется вот это собеседование проходить, я ничего не отвечу. Ну, как бы, или отвечу совсем не так, как надо, как хочет арендодатель, да, чтобы я отвечала. Поэтому в этом варианте нам даже не показали. Мы искали в другом районе, нашли тоже, опять-таки, квартиру, где мы можем все разместиться. Опять-таки, нас даже на просмотр еще мы не можем ее посмотреть, как мы делаем, например, в странах СНГ. А здесь они сказали, приносите все документы. Я говорю, хорошо, какие документы надо? То есть я общалась, опять-таки, с помощью переводчика, с агентством, которое сдает эту недвижимость. И на что сказали, как это, вам в Японии не скажут, какие документы нужны? Вы знаете, я далеко не уверена, давайте так, я расскажу конкретно о моем случае. То есть, что мне отвечали, я привожу факты, рассказываю, но это не значит, что у вас, например, или у ваших знакомых это точно так же будет, или и вам будут так же отвечать, потому что вот в одном месте нам отказали из-за незнания языка, во втором месте уже второму человеку было все равно, знаем мы японский или нет, он сказал, приносите все документы, но какие документы нам не сказали, сказали просто, приносите все, что у вас есть, все, что вы считаете нужным, и после того, как мы этот весь пакет документов принесем, они рассмотрят и скажут, ну как бы, либо сразу ответ да или нет, либо же они скажут, что у нас не хватает каких-то документов, и что нам срочно нужно что-то донести, вот тогда они уже нам дадут список этих документов, и только после того, как мы пройдем проверку, что мы действительно платежеспособные люди, что все наши документы в порядке, только тогда мы можем просмотреть конкретную квартиру, на которую, собственно, претендуем, на которую планировали, конечно, за это время могут другие люди ее снять, и потом нам придется там другое агентство обращаться, и этот весь процесс заново, и честно, я до сих пор не верю, но уже еще мы в одно место звонили, тоже мне не сказали, какие документы нужно, сказали, несите все, что у вас есть. А для меня, для человека, который все-таки, ну, не знает язык, я все через свое мироощущение здесь вам рассказываю. Знаете, даже иногда, как бы это не звучало вот как-то грубо, но ощущаешь себя не до конца полноценным человеком. Почему? Потому что ты вроде бы имеешь уши, имеешь глаза, воспринимаешь информацию, но не можешь ее нормально обрабатывать. Опять-таки, из-за языка. И ты где-то там что-то услышал, сопоставил эти данные, как-то пытаешься в этом японском мире выживать. Но вот пока мои поиски квартиры безрезультативные, потому что, ну, я пока еще собираю вот эти документы, я работаю удаленно, да, то есть я не могу предоставить там с японской компанией им, ну, то есть я понимаю, что, скорее всего, мне откажут, хотя еще сделаю акцент, я в процессе, то есть потом, позже, если у меня все сложится, я вам расскажу, как я добилась того, чтобы здесь арендовать квартиру. То есть, конечно, все говорят, что там однокомнатную квартиру, даже двушку арендовать, ну, не так уж и сложно. Но вот как бы в нашей ситуации, потому что большая семья и много комнат, как бы, нам нужно, потому что мы тоже все работаем удаленно, ведем какие-то конференции, видеосвязи, и нам, ну, элементарно нужна комната для работы детям. У меня разнополые дети, им тоже, как бы, нужны комнаты, хотя бы маленькие, но для того, чтобы они как-то вот могли тоже жить комфортно, делать уроки, даже иметь возможность поиграть. Из того минимума документов, которые вам точно понадобятся для того, чтобы арендовать здесь на долгий срок квартиру, это карточка резидента или действительный заграничный паспорт. Далее ваша долгосрочная виза, она хотя бы должна у вас быть там на 2 года, потому что квартиры здесь арендуют от 2-3 лет и больше. То есть если вы там хотите на полгода снять или у вас там виза всего на полгода, то нет, потому что мы сначала, до того, как нам вот сейчас продлили, сделали новую визу, и я обращалась, я хотела арендовать квартиру, мне сказали, нет, у тебя скоро, там, через 3 месяца истекает виза, никто вам не сдаст на долгий срок, сначала продлите визу, убедитесь, что она у вас, как бы, виза будет действительно на протяжении того периода, на который вы подписываете, то есть они спрашивают, на 2 или 3 года вы хотите арендовать, то есть это тот минимум, на который ты арендуешь квартиру. Далее, у вас должно быть письмо от работодателя или сертификат о зачислении в учебное заведение. Также у вас должна быть справка о подтверждении вашего дохода. Все выписки и счета в банке, японский номер телефона и последнее, конечно, для меня такое самое сложное, это документы от поручителя. То есть у вас в Японии должен быть такой поручитель, некий гарант, японец или человек с японским гражданством, да, если, может быть, кто-то там поменял гражданство, или вроде бы как с постоянным видом на жительство тоже человек подходит, который может за вас
вас поручиться. То есть, например, вы иностранец, почему часто боятся иностранцам сдавать квартиру? Потому что они думают, что вот вы завезете, как мы знаем, здесь квартиры сдают с абсолютно голыми стенами, то есть ты абсолютно все покупаешь, укомплектовываешь, и ты потом в какой-то момент, например, решил, все, бросаю все, уезжаю. То есть ты просто там собрал свои вещи, личные вещи, я про мебель молчу, да, и уехал. Может быть, не знаю, там как-то попортил ремонт, и ты не оплачиваешь квартиру. В таком случае тот человек, который за вас поручился, он должен оплатить, во-первых, вот тот период времени, который вы уехали, не оплачивали, то есть за вас. То есть он поручился, значит, ему выплачивать за вас квартиру. Ему вот это все дело убирать, увозить, то есть вывозить там кровати, холодильники, диваны, шкафы, то есть все то, что вы туда завезли, этот человек уже должен после вас расхлебывать. Вот, если у вас такого человека нет в Японии, как, например, у меня, то сейчас, благо для иностранцев, открылись агентства, которые могут стать поручителем для вас. То есть вы еще должны пройти проверку у этого агентства, чтобы оно захотело стать вашим поручителем. И честно, я не хочу сейчас соврать, он какой, ну, и назвать какую-то неправильную цифру, потому что там какой-то процент от суммы аренды это агентство будет удерживать у себя, оставлять за то, что оно выступает вашим поручителем. Поэтому, если у вас нет гаранта или того человека, который может поручиться за вас в Японию, и то рассчитывайте, что в этот бюджет, квартирный бюджет, так его назовем, нужно еще заложить ту сумму, которую ежемесячно нужно будет оплачивать вот этому агентству, которое выступает за вас поручителем. Вот этот список документов я взяла у своей знакомой, которая, ну, не так давно арендовала квартиру, и она с таким списком документов, то есть ей сдали. Мне с агентства до сих пор никакие списки не дали, сказали просто приносите, что у вас есть. Поэтому как бы я собираю по этому списку свои документы. Может быть, не знаю, как-то он варьируется, может быть, опять-таки, у всех людей свои истории разные, поэтому может быть у кого-то что-то по-другому. Вот конкретно я сейчас собираю по этому списку. И не знаю, честно говоря, вот вспоминаю, как у нас, что у нас, в принципе, пришел, посмотрел квартиру, тебе все подходит, и дал задаток, да, там на следующий день можешь уже оформлять договор аренды, и у тебя есть и мебель, большие квартиры, здесь, конечно, все с этим сложно, поэтому, если вы, к примеру, рассматриваете переезд в Японию, будьте морально и финансово к этому готовы. Обычно при первом взносе вам потребуется оплатить от 4 до 6 месяцев арендной платы, хотя эти суммы, конечно, значительные, но в Японии есть ряд преимуществ. Например, инфляция в стране остается очень низкой, а иногда она и вовсе отсутствует, поэтому ежемесячная арендная плата, она поднимается очень-очень редко, а иногда вообще не поднимается. То есть вы, к примеру, на протяжении нескольких лет можете платить одну и ту же сумму аренды, то есть вам никто не скажет, что с следующего месяца там платишь на 10, на 20, 30% больше. Нет, вы подписали договор, и вот на протяжении вот этих 2-3 лет платите одну и ту же сумму. Кроме того, многие законы защищают интересы арендаторов, и от этого процесс выселения становится сложнее. Многие страны не разрешают иностранцам владеть недвижимостью. Ну вот здесь, в Японии, легко можно купить и владеть недвижимостью как иностранцу, так и японцу. Но иностранцу не так легко получить кредит. В Японии есть программа, которая позволяет получить кредит на приобретение, на покупку жилья, недвижимости с фиксированной процентной ставкой сроком до 35 лет. Представляете, 35 лет вы выплачиваете кредит с очень-очень низкой фиксированной ставкой. Если я не ошибаюсь, то вот эта ставка начинается от 0,7% до, по-моему, 1,5% годовых. То есть очень-очень низкая. Нашим странам это и не снилось. То есть вместо того, чтобы выплачивать ежемесячно арендную плату кому-то, то ты, собственно, выплачиваешь в банк свой кредит, но у тебя вот это жилье, в котором ты живешь, оно уже твое. То есть ты выплачиваешь на себя, а не выплачиваешь просто в аренду чужое жилье. Поэтому, конечно, здесь и очень и очень такое, знаете, большое преимущество, большой плюс. Японские финансовые учреждения часто требуют, чтобы заявителями были либо японцы, то есть если у вас есть японское гражданство, либо люди, иностранцы, у которых есть постоянный вид на жительство. Экзамен на получение ПМЖ в Японии или гражданство достаточно сложный и, я бы сказала, строгий. Во-первых, нужно прожить в Японии там минимум, по-моему, 5 лет, а то и для ПМЖ 10 лет нужно прожить в стране. Далее, все эти годы, на протяжении этих лет, вы не должны хоть как-либо подвергаться критике общества. То есть, например, перед этим экзаменом могут спросить ваших соседей, где вы жили вот последние эти года, спросить мнение о вас. И если кто-то из соседей
соседей что-то скажет, ну, не совсем лестное про вас, вам могут отказать в получении ПМЖ или гражданства. То есть вы максимально должны быть со всеми вежливыми, учтивыми, чтобы никто ничего, совершенно ничего про вас плохого не сказал. Потому что если кто-то, так знаете, ну, как бы не захочет что-то о вас сказать, да, ну, скажет, ну, вот я как-то промолчу. Или наоборот скажет, вот этот сосед что-то не так где-то сделал. Это прямые основания для того, чтобы отказать человеку, вот этому иностранцу, в получении вида на жительство или гражданства. Вам нужно иметь постоянный заработок в Японии и показать, что вы можете закрывать все жизненно необходимые потребности. От кандидата также ожидается, что он будет вести стабильную жизнь в будущем именно на территории Японии. И также оплата всех налогов и всех взносов и т.д. То есть не должно быть никаких там просрочек по оплатам. Если у вас там какие-то, не знаю, штрафы были, тоже на это все обратят внимание, когда будут рассматривать вашу заявку. И раз мы с вами заговорили про аренду и покупку жилья в Японии, то, знаете, я бы хотела вам показать несколько достаточно таких необычных и удивляющих вариантов квартир, которые можно снять в Токио. Вы знаете, из-за того, что, конечно, катастрофически в Токио нехватка идет места, то квартиры часто делают, ну, настолько узкими, те же дома узкие, да, что складывается такое ощущение, что их вроде взяли и в фотошопе так, знаете, вплюснули, что вот эту квартиру или дом таким сделали длинным, но нет, это не фотошоп, это действительно такие объекты недвижимости, очень-очень нестандартные. И, к примеру, меня очень удивило как-то, я увидела, что двухкомнатная квартира на 4 этажах. Я сначала думаю, как двухкомнатная квартира на 4 этажах? Например, там на первом кухня расположена, на втором это душ и туалетная комната, на третьем спальня и на четвертом спальня. Я такая, о май гад. То есть я смотрю, наблюдаю за одним каналом, который вот именно риэлторский канал, и они показывают очень-очень необычное жилье в Токио. Иногда, знаете, вот просто мне доходит до смеха, иногда до слез, а иногда мне кажется, что у меня волосы дыбом становятся от того, какие варианты предлагают. И я как раз решила поделиться, показать вам такие необычные варианты. Я, конечно, бы вам показала это вживую, но, опять-таки, с учетом вышесказанного, пока что я ни один объект недвижимости не смогла без вот этого списка документов просмотреть. Вот, и конкретно, если ты подаешь заявку там на большую квартиру, то такие маленькие я не смогу попасть и вам показать. Поэтому хотела вам показать один канал, чтобы мы с вами обсудили. Ну, то есть, меня это очень искренне удивляет, хотя я тут живу уже там 3-й год, да, но у меня такие, ну, как бы, вызывают очень смешанные эмоции. Что думаете вы? Напишите, поделитесь. И сейчас, собственно, покажу вот эти варианты квартир. Так, ну что, видим сначала маленькую-маленькую такую крошечную 6,5 квадратных метров комнатку, да. Что у нас есть? Есть у нас кондиционер, ну и, собственно, все. То есть там, я думаю, только футон поместится. Ну, не знаю, кровать, наверное, очень-очень сложно. Но вы думаете, где туалет и кухня? Для этого, внимание, нужно одеться. Смотрите, она выходит, обходит здание с другой стороны, попадает в какой-то крошечный такой коридор, и вот планировка. Вы посмотрите, планировка. То есть комната у нас в одном месте, но ты там ночью решил, что тебе, не знаю, на кухню чаек или водички попить. Тебе нужно одеться, если это зима, выбежать и прибежать. Смотрите, она показывает, вот, оббежать здание, зайти в другой вход, и там вот как раз есть туалет, крошечный душ, и, собственно, у нас есть кухонька. Кухонька тоже такая крошечная. Я как увидела это такое решение, я, честно, я была в шоке, потому что, ну как? Посмотрите, что вы думаете, насколько комфортно, удобно жить в такой квартире? Сейчас я скажу вам, где она находится. Ага, 5 минут от станции Синдзюку. То есть, Синдзюку или Синдзюку, не знаю, как правильно, это, в принципе, ну, что не есть, центральная, такая одна из центральных станций, да, арендная плата 60 тысяч йен. Это примерно $429. То есть, как бы, ну, достаточно недорогая квартира, то есть за $500, потому что там еще, конечно, нужно оплачивать коммунальные услуги. То есть, общая плата за обслуживание — это 5000 йен указано, то есть это $36. То есть, в месяц вам нужно оплачивать будет $465 за такую вот крошечную квартирку. Ее общая площадь 15 метров квадратных. То есть, как вам
этот вариант. Мне очень-очень интересно ваше мнение. Вот еще раз покажу вам планировку. Ну, то есть, я была в шоке. Вот искренне в шоке, потому что... Ну, вот представьте просто ситуацию. То есть, визуализируйте себя, перенесите в эти условия, да, когда ты реально спишь в одном месте. Мне кажется, ну, и даже летом, когда тепло, ну, максимально неудобно бегать, оббегать это здание, чтобы попасть, ну, простите, в тот же самый туалет. Ну, как бы все мы люди, у всех есть какие-то потребности, да, то есть показано, что комната, она получается с перегородкой, тебе нужно вот так вот отбежать, чтобы попасть на вот такую крошечную кухоньку, посмотрите, то есть там даже вот какой-то столик поставить, да, душ, ну, он тоже, ну, маленький, собственно, ну, хватит, ладно, душ и туалет достаточно, да, но, конечно, это явно не семье, да, то есть не двум людям, мне кажется, будет там уже некомфортно. Я молчу, если там семья, например, с ребенком, да, то есть как бегать, постоянно перемещаться из комнаты в ту же кухоньку, то есть там нужно хотя бы элементарно, вот что вам нужно для жизни? Стол, стул хотя бы один или два, да, и тоже, не знаю, какая-то микроволновка. Обратите внимание, что в японских квартирах, ну, практически вот, ну, очень редко, я бы сказала так, ну, не скажу никогда, редко есть духовка, то есть там плита и две комфорки всего, и духового шкафа нет, то есть если тебе нужно покупать отдельно, опять-таки купить, это одно. И мне вот, моей дочке очень часто говорит, мама, испеки какой-то торт, пирожок, или еще чего-то, говорю, доча, у нас нет духовки, потому что у нас ее некуда ставить, то есть мы можем себе купить ее, но поставить просто ее некуда. И в этой квартире тем более ты не поставишь, даже там я вижу стиралки, нет, тоже стиралку, чтобы поставить, тоже нужно элементарно найти место, куда это дело установить. Иногда у тебя есть финансы на покупку, но у тебя нет места в квартире, чтобы вот такие, ну, какие-то даже базовые вещи купить, поставить. Ну, конечно, я понимаю, если ты там приехал студент в Японию, то, ну, наверное, в таком случае даже в общежитии, наверное, проще жить, нежели вот бегать с комнаты, оббегать в туалет, как будто в другое здание, хотя это одно и то же здание. Давайте смотрим дальше. Так, следующий вариант. Смотрите, какой узкий дом. Я снимала обзор на одну станцию метро, на Камегуру, и там тоже такой узкий дом. Я сначала подумала, что это он, я так мечтала туда внутрь попасть, чисто посмотреть. Смотрите, вот такой вот тоненький, узенький дом, и показано, здесь у вас получается кухня и зал, рабочий кабинет, а второй этаж, посмотрите, она вот сидит, она японка, она низенькая, и она даже там не может пристать, потому что там, ну вот, грубо говоря, голова вот еще чуть-чуть и будет упираться в потолок. То есть, представьте, насколько это максимально неудобно. Это прикольно посмотреть, удивиться, да, и такое сказать, вау, ничего себе, ну, то есть максимально, ну, ты смотришь, ты удивлен, да, но если представить себя в этих условиях жить, не знаю, я вроде бы как бы не габаритная, скажем так, но я как-то постоянно, у меня все колени синие, ноги, я постоянно об кровать ударяюсь, ищу чего-то, не знаю, вроде бы с координацией движений все ок, но из-за тесноты ты постоянно себе какие-то синяки наставляешь. Представьте, как здесь неудобно, то есть вот это даже лестница, вот чего стоит туда скарабкаться, тоже опять-таки ночью по этой лестнице туда спуститься, ты подумаешь, блин, хочу я вообще там руки помыть или в туалет сходить, или я не хочу, мне проще там спать. Потому что кухонька тоже, она, ну, посмотрите, она, кстати, я плиту не, а, вот там плита у них, раковина, собственно, ты еще ни холодильник не поставил, опять-таки, ни стиралку не поставил, если еще какие-то, опять-таки, та же какая-то микроволновка еще, то есть тебя ничего нет, даже не шкаф, то есть элементарно вещи нужно повесить, одеться, да, то есть вам нужно для этого, ну, какой-то шкаф иметь, то есть представляете, вот это все обставляете, то есть и так она одна, без мебели и очень-очень мало пространства. А если, например, я очень люблю читать, и я сейчас страдаю от того, что у меня нет книжных полок, ну даже куда-то книжки, то есть ты начинаешь элементарно, не знаю, под кровать впихивать, потом думаешь, какое же это кощунство книжки хранить под кроватью, потому что здесь, во-первых, в съемном жилье нельзя прибивать ничего на стену, нужно тоже брать разрешение у соседей, разрешение у хозяев квартиры, даже вот здесь, там в спальне я не могу защелку установить, да, потому что просто это не позволяют делать в японских квартирах. А здесь, чтобы там прибить книжные полки какие-то, я уже молчу. Вот как вам такой вот домик
Интересно, напишите в комментариях. А мы смотрим третий объект. Вы знаете, я бы вам показывала, вот, там, не знаю, мне кажется, на этом канале, что не откроешь каждый новый объект, там, ну, просто можно обсуждать, можно длинные видео записывать, потому что каждое видео удивляет. А я просто выбрала вот три таких рандомных видео показать вам, ну, старалась разного плана показать. А, кстати, про этот объект недвижимости. 15 минут от станции Кацура, в общем, я не знаю, простите за ударение, я не знаю, что за станция, но явно это не центр, то есть нужно будет еще добраться до станции, чтобы дальше, то есть не очень удобно в плане первая квартира по транспортной развязке все-таки удобнее, нежели вторая. Далее, арендная плата за вот этот такой вот тоненький, узенький дом составляет 500 тысяч йен, то есть это в долларах $357. Общая плата за обслуживание 8 тысяч йен, то есть это $57. И, короче, за месяц вы заплатите $414, получите площадь квартиры общую 24,5 квадратных метров, ну то есть больше, если в первом варианте у нас там было 15 метров квадратных, да, и цена аренда, ну практически плюс-минус схожих, да, рамках мы смотрим, но здесь чуть-чуть больше дом, потому что, ну, как бы подальше от центра, но и домом это сложно назвать, такой очень-очень узенький, тоненький, а еще уже, опять-таки, зная особенности японских квартир, я понимаю, что они очень холодные, эти дома, оно еще будет продуваться, отопления нет, то есть это тоже вот это грибок, плесень, welcome, так сказать, в такие варианты. Следующий, смотрим. Так, смотрим, вот, можно сказать, частный дом, да, то есть он вот такой вот тоже достаточно узкий, и одно окошко круглое, как мы видим, и смотрим. Очень худенькая японочка, смотрите, она зашла, она открывает дверь и практически, можно сказать, выбиваем стену. Светлая квартира, приятная достаточно, и что мы видим? Ага, руки там можно помыть, функционал, ну, как бы две комфорки, то есть, опять-таки, очень-очень мало пространства. Смотрите, какая она худенькая, и она вот так вписывается хорошо. Если человек немножечко потолще, мне кажется, он будет оббивать себе бока, оббивать пороги. О, опять какой коридор! Все в комментариях писали, что здесь могут жить в этом доме только худые люди. Это действительно так, посмотрите. Опять вот такое спальня место. Она показывает, что можете и телевизор смотреть, ну, как бы он практически вот у вас перед глазами висит, и, не знаю, кушать она показывала или работать. Но квартира или этот дом, да, он светлый, но такой тоже узкий. Посмотрите, ну, максимально, опять-таки, я не знаю, то есть показано, наверное, одна кровать для одного человека рассчитан этот дом. Наверное, из всех вариантов это максимально удобный или комфортный, но не сказать, если ты в общем, как бы, да, представляешь опять-таки себя в этих условиях, не сказать, что очень-очень максимально удобный. Но здесь, кстати, первая квартира, где стиральную машину уже разместили, уже плюс. Вот, коридор узкий, опять-таки, шкафов мы не рассматриваем, то есть одежду мы не носим. Мне всегда вопросы, когда японцы в таких выглаженных рубашках, в пиджачках ходят на работу. Я говорю, а где же вы, если ту же гладилку разместить, погладить, шкаф, чтобы это все висело? Вот посмотрите, ни крючка. Вот при входе, у меня тоже вот в квартире дилемма, ты заходишь, говорю, куда, куда, тут нельзя ни эти крючки, чтобы повесить верхнюю одежду. Куда вы бросаете? Ну не на пол, явно, то есть для верхней одежды. Здесь дожди часто. Тебе нужно прийти, повесить, чтобы это все как-то дело стекло, ну, чтобы вот этот дождик, в общем, высушить одежду, а здесь вот нет ничего, то есть не, то есть шкаф, вопрос, я куплю шкаф, куда его поставить вот в этом узком коридоре, или в спальне, где ты только вот смог вот втиснуться, чтобы пройти к кровати, вот где там ставить шкаф, или на кухне, где она вот тоже так пришла, вот посмотрите, дверь там открывается, да, вот куда, собственно, поставить шкаф, потому что, ну, все носят вещи. Вот у меня всегда тоже дилемма, куда, куда здесь разместить, то есть, ну, какие-то принадлежности. Если это девушка, то, ну, хочется же даже, не знаю, хоть какой-то микротуалетный столик, чтобы, я уже молчу, да, чтобы как-то там, не знаю, расчесаться, в зеркало посмотреть, подкраситься, но это не рассчитано в таких вот квартирках. Так, что у нас по... Ага, у нас тут 4 минуты от станции Камайдо Суишин. Арендная плата 99 тысяч йен, то есть это $707. И почему-то там общая плата не указана за обслуживание, поэтому я вам ее не назову. И площадь у этого дома, общая площадь 19 квадратных метров.
Мне очень интересно услышать ваше мнение по поводу тех вариантов жилья в Японии, которые я вам показала. Что вы вообще думаете? Как вам? Напишите свои впечатления, что вы думали, когда видели эти варианты. Какой вообще из трех вариантов вас удивил больше всего? Поделитесь в комментариях. Также, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Это помогает видео продвигаться дальше, чтобы YouTube его показывал в похожих, рекомендовал, чтобы люди тоже могли посмотреть. Честно, очень сильно стараюсь для вас записать хороший какой-то материал, готовлюсь, ищу какую-то информацию, чтобы с вами поделиться. Поэтому буду вам очень и очень благодарна за поддержку. Спасибо вам большое-большое аригатошенька всем за просмотр. Увидимся с вами в новых видео. Пока-пока!